Что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Надеюсь, что у вас там темное время суток, потому что будет темная игра со страшными скримерами. Ну, не скримерами, а эти джамперами. Скер-джамперами, или как это правильно называется. Вот. В общем, такая рогаликовая штучка, которая создает уровень тебе. И дает ощущение, будто ты бродишь по темному, полному инопланетной гадости кораблю. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть. То есть, видите, все достаточно по-бомжатски. Ага. Вот. Но где-то там даже есть... Где-то есть даже кооперативная игра. То есть... Смотрите, какая. Что-то тут есть, тут есть. Может быть, потом попробуем присоединиться. Давайте вначале попробуем одиночную игру. Или нет? А, вот. Видите, это достаточно одномерная картинка. Одноэтажная карта, на которой что-то будет. Я уже не буду тут ничего делать, но вот сама возможность радует. Чем-то напоминает этот клон Дума. К сожалению, моя память меня подводит, я уже даже не вспомню. Но страшно, клон Дума. Давайте, понеслась. Первая миссия. Гринд. Рандом сид. Непонятно. Смотрите, тут какая-то непонятная штука есть. Компания недели. Рандомная миссия. Все зарандомизировать. Миссия дня. Ох, нифига себе. Что это такое? Воу-воу-воу, ничего себе. Рандом сид. Это типа можно тут создавать такую штуку. Все будет полно. Компания недели, окей. Правила. А, понятно, нет, мне интересно. Забавная хрень, да? Это типа кто-то наделал, а потом можно было, можно сделать. Окей. Ладно, допустим, я это выберу, но я не хочу на самом деле. Гринд. Combine of the Week. Что-то непонятное, но вот как раз таки на самое первое. Походу это реально какая-то возможность поиграть. Давайте Mission of the Day. У нас сегодня какое? Июль. Правильно. То есть у нас, ну вообще-то уже пятое, но тут так и не скажешь. Давайте, поехали. Ух, непонятно, но очень интересно. Так.
То есть тут есть дробовик, есть автомат. Фигня какая-то. Грин, наверное, лучше. Потому что непонятно, что, да как и куда. Давайте вот так вот. О, здесь была летальная компания. Включать надо, ребята. Где у вас там? Ничего себе. Фух. Ну давайте. То есть выходим здесь, вот такой вот кружочек, и где-то здесь еще. Окей, ладно. Слишком много сидов, на мой взгляд. Это так. Мне уже кажется, что, наверное, в качестве какого-то такого удовольствия на вечер она неплохо, а вот чтобы совсем
была игрой, но пока это выглядит как технодемка в каком-то смысле. Сюда. Туда куда-то пошел, а? Где же еще там были эти? Ну, давайте. Так, вот у нас реактор. Реактор, датакор здесь. А, датакор у нас. Вот мы пришли сюда, потом нужно здесь. Б-бридж это здесь. Сцена фэнс. Ставим сюда датакор xfence, окей. Ну окей, выглядит, что вот это вот D у нас еще один датакор. А security airlock 1. Окей. То есть мы приходим сюда, включаем эту дрянь, брейкер, идем обратно сюда, сюда, сюда. Ну, давайте попробуем. Попробуем запомнить. Такая хрень на память, да? Нам туда. Дрянь, а? Блин, что-то в голове не держится. Где что было? И в самом конце будет. Хм.
Вижу, что там бродит, зараза, а? Теперь нам open reactor shell. А, точно. Блин, а? Вот это вот я что-то не подумал. Ладно, нормально. Не кипятуем. Сильно любит застревать на одном месте. Я пришел в правильное место. Правильное место, но неправильным настроем. Окей же. Окейшки. Ну что, план-то понятен. Так, доходим до сюда, потом отвалимся обратно, и бридж у нас здесь, надо включать вот этот щит, здесь и здесь. Уходим, включаем щит, никто здесь не должен бродить. Так, ну что ж, поехали. Нет.
пока все спокойно. Смотрите, вон там вот. Ага. Блин, а? Побежали. Блин, а? Лео Синг, а? Так. Тут не было никаких. Тут вот были. Вот тут вот бридж есть. Это что, армори? А это плюс. Эрлок. А нам куда надо вообще? Нужно свалить обратно сюда. Плюсик это дверка, да, дверка. Дальше X, вот эти вот надо включать, все-таки бридж. Конечно, здорово, но надо включать, согласен. То есть туда. Угу. Блин, как я лоханулся что-то, а? Как-то вообще неприятно. Как они оттуда вообще вылезли? Ладно. Поехали. Отстава.
Да, тут ничего нету. Тут пишут, что бричка. Ауч. Ну ладно, это я. Делаем все быстро, профессионально, уходим. Рандомные жизнью игры. Что происходит? Я где-то там попутался, что ли? Блин, я первую миссию пройти не могу. Да что ж такое-то? Два с половиной коридора, я... Блин. А где это? Вот оно. Здесь опасности нет.
Тут даже прыжка нет. Максимально простая хрень. Так, надо идти и... Пока они еще не взорвали эту дверь. Прошел вот сразу, блин. Да, слушай, даже интересно стало, действительно, как-то так на всем таком минимализме. Один удар, один выстрел. Оно и стрёмно, и как-то даже очень захватывающе. Так, что у нас тут? Airlock сюда. Здесь можно закрыться. Там армори. Это что у нас? Брейкер. Брейкер. Это выключатель, в смысле, да. Это эти. То есть здесь можно поставить... Брейкер, брейкер. А, не, брейкер нам нужен тогда... Какая херня. Давайте попробуем так. Так, Data Core 1. Вот нам прям сюда нужно бридж. Так, тут брейкер. Тут два армори. Тут за собой надо куда-то закрывать. Тут еще один брейкер. Дверь, дверь, дверь. Что это у нас такое? Security. Security, security. А, этот стол был, точно.
Ну, стол нам нахрен нужен, поэтому вначале идем. Идем направо. Направо, направо. Доходим до Датакора. Возвращаемся. Потом налево, налево, налево. Прямо скрываемся и потом туда. Ну, выглядит как резонно. Поехали. Так, что-то я уже все забыл, что я там придумал. Так, туда, значит. Господи, боже. Вообще прекрасно. Блин, никогда не видно. Это было. Так. План. Подождите, от как? Air Repair. Откуда они брутся-то? Ладно. Ладно, хорошо, и так, да. Ну, поехали, блин. Так. Ага. Интересно. Ладно. Так. Thank you.
Надо посмотреть, что с кнопками у меня пока что. Я несколько путаюсь. Ауч, блин, а? А прикольно там такой, типа, шок. Хотя, конечно, такой баг себе, который не сильно принципиально. Продвинулся. Ага. Ух. Да, что там у нас? Вот это непонятно, но очень интересно. Давайте попробуем вот этот вот Shotgun Razor. Разберемся. Так. Следующий план. Вот мы уходим. R. Это что, реперка? Это тут можно сразу же закрыть. Потому что тут ничего не надо, кроме бритча вот этого. А, ну может тогда вот так вот. А, нет, тут прямо вот здесь будет этот бридж. Так, что это у нас такое? А, это коридор? Окей, нормально. Да, здесь закрываем, здесь закрываем. Дата-кор. Ой, ядрит, смотри, сколько дата-коров, а. Включаем, включаем. Так, включаем. Включаем, включаем. Все включаем. Здесь не включаем.
Отключаем. Ждем. Угу. И здесь вот прямо бридж есть. Ядрит, смотри. Ну, в любом случае, вот где-то здесь до сих, последняя вот эта вот должна быть включена. Угу. Ну что? Других вариантов-то нету. Поехали. Включали свет далеких планет. Я не помню, оно там было. Я уж, блин, забыл немножечко. Так, ничего интересного не было. Ага. Что я жду? Ладно, попробую я вот дойти до конца этого. Так, спокойненько скачаем все, что нужно. Ай-яй-яй. Не балуйтесь со светом. Свет этого может не выдержать. Хорошо, что я позакрывал всю эту дрянь. А где еще? Че я пропустил? А, в самом начале Ядрит Мадрид. А, точно, точно, они же не были включены. Блин, а? Так, вы там не... Волнуйся. Не ссыкуй. Да.
Отлично ждали. Пока везет на миссии. Блин, а? Прикольно. Ладно. Ладно, давайте посмотрим, может, по сети стимовской что-то интересное есть, а? Давайте, вот, чувачок открылся. Смотри, ни хрена себе, какая большая карта. Тут еще так хреновенько видно-то. Download Data Course. Где мы тут находимся? Ай, сорян. Сорян, Data Course, вот он. Так, прямо. Направо и туда. Ага. Одно там. Прямо. Мимо. Направо. Там будет несколько, все понятно. Ага. Запомнили.
ксеноморфа. Ну, вы бы хотя бы слово назвали по-другому. Один из восьми, да? Здесь карта нормально нет, вот этот плохо. Мы здесь. Все равно туда надо идти, да? Как ни крути. Да, но когда вместе несколько человек с несколькими респаунами, это как-то немножко по-другому выглядит, да. Еще куда надо идти? Здорово. Да,
ошибка, здесь ошибка. Создается впечатление 3D-шности. Забавно получается, когда вместе играешь. Из Space Marine. Идите, вашу до такого охренеть. Кстати, есть чем заняться на этом корабле. Thank you.
говорить ничего не хочется. Настолько напряжение здесь.
Ух, прикольно. Ну там просто большие. Ладно, всем спасибо. Получается, а? Thank you.
Окей. Ну, мне надо идти сюда. Быстро. Ладно. Все-таки я уйду. Такие. Кто-то прошел, кто-то не прошел, кто-то умер. Это, наверное, какие-то рандомные вещи, которые раздаются, но я не понял. Вот. Это роуг-лайк. Интересно. А, то есть когда ты скачиваешь, что-то рандомный апгрейд идет. Прикольно. Слушайте, здорово, даже интересно. Green mode. Слушайте, ну, мне понравилась игрушка. Она такая очень простая, но с очень простой концепцией. Тут даже есть какие-то вариации оружия, есть вариации апгрейдов этого товарища Марина. Есть вариация лабиринтов, которые проходят здесь. В общем, весьма-весьма прикольное ощущение. В коопе даже весьма весело. Да, конечно, тут нету именно чтобы удобного интерфейса на тему вот так, как например, в Payday 2 искать людей. Потому что с удовольствием может быть с кем-то. И какая-то вот общая грубость и оружия, и всего, и моделек. Но это, видимо, проблема всех инди-проектов. Как бы они что-то наделают, а потом, когда ладно, и нормально и так сойдет. Вот. Хотя, в принципе, окружение очень здоровски выглядит. Вот. В общем, я бы сказал, что у этой игры есть потенциал, и если ее взять с друзьями, а это возможно, вот, там есть специальный 4-человечный пак, который можно потом раздарить друзьям. Это, по-моему, в свое время было популярным. Типа, вот, пак на 4 человек покупаешь, и вот, собственно, это получается дешевле, но уже можно сразу друзьям раздавать. Вот, и здесь такая же штука. Ну вот, вы сами видите, как кто-то тут находит. Наверняка это рандомно сгенерированный лабиринт. И, в общем-то, оно работает. Мне нравится. Вот, каких-то таких вещей не хватает, например, в Рипауте. Это, помните, такая домообразная игрушка. Там, конечно, все посложнее, но от какого-то такого экшена, напряжения и именно рандома чуть побольше вот там нету. Здесь вот
Цели простые. Скачал информацию с датакоров, открыл реактор и свалил. Вот. И, собственно, на одного человека это весьма напряжно, а на несколько человек это веселее, тем более, что и карты огромнее, и больше попыток, и, в общем-то, реально надо тренировать память. В общем, я даже посоветую эту игру. Мне понравилось. Вот как-то так. На этом все, мои дорогие товарищи. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, шары и прочая фигня, если вам понравилось. И вам это будет приятно, мне это будет полезно. И, в общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. А на сегодня все. И пока-пока.